Здравствуйте! Меня зовут ученая Шипучкина. Снова с вами химики-хихимики. Ну что, похимичим? Да! Скажите мне, пожалуйста, ребята, вы любите играть в прятки? Да! Очень. И я очень люблю играть в прятки, но в моей лаборатории постоянно все заняты. Всем постоянно некогда. И я играю в своей лаборатории в прятки с колбами, лабораторными стаканами, с пипетками, с различными химическими веществами. Ну, иногда бывает скучно, а вчера я играла в прятки с цветами радуги и потеряла фиолетовый цвет. Вы поможете мне его найти? Да! Да? Итак, сейчас я вам расскажу правила игры. Для того, чтобы играть в прятки с цветами радуги, нам нужны две колбы и вода. Скажите мне, пожалуйста, вода у нас какого цвета? Вода прозрачная, все верно. У воды нет цвета, и вкуса, и запаха. Но иногда бывает, если смешать сироп. Все верно. Итак, воду мы налили, вода у нас прозрачная. Сейчас я добавлю в обе колбы специальное вещество под названием индикатор. Добавляю его для того, чтобы вам показать одну очень интересную химическую реакцию. В химии существует три среды: нейтральная, щелочная и кислая. Если сейчас в колбе простая вода, как вы думаете, какая здесь среда? У нас существует три среды: нейтральная, щелочная. Все верно. Если сюда мы ничего не добавляли, здесь простая вода, значит среда здесь нейтральная. Чтобы это определить, нам нужен индикатор. Какого цвета у меня индикатор в баночке? Оранжево-красного. Оранжево-красного цвета. Если я добавлю оранжевый индикатор в колбу с прозрачной водой, какого цвета станет вода? Оранжево-красный. Таким же. Оранжевым. Добавляем. Розовый. Ну, такая розово-красная вода. Давайте я добавлю немного больше, чтобы цвет у нас стал насыщенней. Да. Итак. Похоже на сок. В другую колбу я добавлю тоже индикатор. Какого он цвета? Такой же. Оранжевый. Практически такой же. Как вы думаете, если я добавлю такой же оранжевый индикатор в колбу с простой водой, какого цвета станет? Желтым. Таким же. Синим? Это что, волшебство? Так синим? Синим. Или таким темно-сине-черным? Да-да-да. Ребят, скажите мне, пожалуйста, мы добавили два разных индикатора, а мы нашли фиолетовый цвет? Нет. Смешать. Рано смешивать. Ребят, существует еще другая среда под названием кислотная, кислая среда. А у меня есть вещество под названием сухой лед. Да. Что такое сухой лед? Сухой лед – это лед, который состоит из углекислого газа. Как вы думаете, мы можем взять этот сухой лед и добавить его в колбу? Да. А как вы думаете, мы изменим среду в колбу? Да. Она станет кислая. Все верно. Лед какого цвета? Белого. А вода в колбе какого цвета? Красный. Лед станет красным. Каким цветом станет вода, когда мы добавим сухой лед? Оранжевый. Желтого. Еще варианты? Оранжевого. Еще варианты? Фиолетового. Белого. Нет. Черного. Черного. Прозрачного. Добавляем? Да. Опять. Оранжевого. Оранжевого. И желтого. Оранжевый. Оранжево-желтый. Какого цвета у нас стала вода? Оранжево-желтый. Меня было почти не видно. Итак, мы добавим тот же самый сухой лед в колбу, где у нас такая темно-темно-синяя вода. Какого цвета станет вода? Оранжевого. Зеленого. Зеленого. Голубого. Зеленого. Оранжевого. Фиолетового. 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 Ты как думаешь? Я думаю, бежевый. Бежевый? Добавляем. Зеленого-синего. Итак, что у нас происходит? Зеленый. А вода у нас стала... зеленого цвета. Ребят, на самом деле нам нужно немножко подождать, чтобы реакция немножко успокоилась. Тогда мы увидим, что и в одной, и в другой колбе вода станет желтоватого оттенка. Здесь просто больше оранжевого, а здесь больше зеленого. Ну что, у нас получился с вами фиолетовый? Да. А может у нас получится фиолетовый, если мы смешаем желтый и желтый? Не думаю. Да. Да. Нет.
Тогда или нет? Да! Нет! Конечно же нет! Нам нужно добавить сюда что-то еще. Но вы забыли одно условие. У нас еще существует третья среда под названием щелочная. Мы видели нейтральную среду, увидели кислую среду, а еще щелочная. Нам нужно в колбы добавить щелочь. У меня с собой есть щелочь. Называется она гидроксикатия. Щелочь белого цвета. Она опасная? Для рук. Для рук, но руками ее трогать нежелательно, поэтому я пользуюсь ложкой, и она у меня находится в стеклянной баночке. Ребят, щелочь белого цвета. Я добавлю одну ложку щелочи в колбу, где сначала была прозрачная вода, затем красная вода, сейчас вода желтая. Какого цвета станет вода в колбе? Голубого. Еще? Фиолетового, голубого. Еще вариант? Черного. Черного? Фиолетового, да. Скорее всего, Богдан? Черно-синий. Черно-синий. Добавляем? Да. Красный? А, нет, но малиновый. Вода у нас стала красивого малинового оттенка. Так, ту же самую щелочь мы добавим в колбу, где была сначала черно-синяя вода, и сейчас стала желтая. Потом была зеленая, сейчас стала желтая. Какого цвета стали? Синий! Все уверены? Да. Синий! Нет, синий! А я уверена. Она синяя! Я а вода стала на синяя. Ребят, у нас есть розовый и есть синий. Теперь мы можем получить фиолетовый? Да. Да. Как? Смешать. Смешать. А как будем смешивать, розовый в синий или синий в розовый? Без разницы. Давайте возьмем колбу отдельно и тогда все сразу. Все смешаем. А, хорошо, поднимите руку, кто считает, что нужно добавить синий в розовый? А теперь остальные считают, что нужно добавить розовый в синий? Без разницы. Без разницы, конечно, нет никакой разницы. Я добавлю синий. Какой цвет у нас? Вам кажется, что он черный? Нет. Помешай фиолетовый. А мы нашли с вами очень такой красивый, черный, насыщенный фиолетовый цвет. Только что вы увидели путешествие по шкале pH. Это понятие было введено в 1909 году датским химиком Сёренсеном. Показатель называется pH по первым буквам латинских слов «потенция гидрогени» – сила водорода, или «pondus гидрогени» – вес водорода. Чтобы узнать уровень pH, в химии используют индикаторы. В зависимости от среды, в которую их опускают, они меняют цвет. Всего три среды. Нейтральная, ее имеет вода, кислотная, лимонная и уксусная кислоты, и щелочная. Эту среду имеют чай, сода и мыло. Ребят, ну что, вам сегодня мой эксперимент понравился? Да, очень. Скажем наш девиз. Наука – это круто! С вами была Шипучкина, химики-хи-химики. До новых встреч! Пока-пока! Пока! Молодой привлекательный кот вступит в брак с милой, незамужней, короткошерстной, длинношерстной, голубоглазой дамой. Готов предложить лапу и сердце. О себе не кастрирован, имею благоустроенную теплую квартиру. Поможем уладить квартирный вопрос, чтобы вы могли решить дела сердечные. Компания «Сибпромстрой». Готовое жилье от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Компания «Сибпромстрой». Добро пожаловать домой. Редактор